Когда поет Анастасия Васько, ловишь себя на мысли, пространство вокруг нее словно расширяется. Даже небольшой кабинет Ханемейской школы искусств будто преображается в огромную сценическую площадку. На гряной неделе русалки сидели, Больших и малых сценических площадок у 13-летней артистки было уже немало. Ее наградам могли бы позавидовать и сверстники из столичных городов. В родном же Ханемее Анастасия, безусловно, звезда первой величины. Пение, признается исполнительница, у Васько семейное. Бабушка, мама очень любили народное пение. Ну, я в детском садике решила спеть, и вот преподаватель Анна Михайловна заметила меня и спросила меня, не хочу ли я заниматься им, и я с удовольствием ответила, да, почему бы и нет. Преподаватель Насти Елена Плис говорит, талант ее ученицы проявился сразу же, как только начали заниматься. Конечно, не со всеми, далеко не со всеми. Можно заниматься индивидуальным вокалом, сольным пением, естественно. Это только звездочки. И, конечно, если есть какие-то задатки в ребенке, то их сразу видно, и их потом мы развиваем. Поначалу победы в городских, затем в окружных и зональных конкурсах. Новое развитие творчества Анастасии Васько получила, когда 2 года назад юная звездочка получила поддержку нефтяников. «Газпромнефть Муравленко» действует программа поддержки молодых талантов. Благодаря такому сотрудничеству Настя уже 2 раза побеждала в престижном международном конкурсе «Бегущая по волнам» в Тунисе и Арабских Эмиратах, а в апреле в Санкт-Петербурге стала лауреатом 1-й степени международного конкурса «Адмиралтейская звезда». Впереди, надеется преподаватель, еще много высоких наград.